глобальные промышленные лидеры и ведущие научные центры для отладки новых решений и испытания полученных результатов широко используют методы цифрового моделирования и расчета режимов электроэнергетических систем. Мое общение с экспертами в рамках Международной электротехнической комиссии показывает, цифровое моделирование широко применяется во всем мире. Ранее существовавшие методы и методики для проведения таких испытаний существенно ограничивали достижимые результаты и требовали большого времени. Современные программно-аппаратные комплексы не накладывают таких ограничений и создают широкие возможности для качественного и быстрого получения результатов. Центр моделирования и расчетов создан на НПП ЭКРА для выполнения работ по моделированию режимов электроэнергетических систем, испытанию алгоритмов вторичного оборудования, расчета уставок устройств релейной защиты, противоаварийной, сетевой и режимной автоматик. Деятельность центра началась в 2011 году, когда на предприятии был сформирован базовый комплекс программно-аппаратных средств для проведения функциональных испытаний. За прошедшие годы мы смогли собрать высокопрофессиональный коллектив, способный решать самые нетривиальные задачи, поступающие как от инженерных подразделений предприятия, так и от внешних заказчиков. Одно из важнейших направлений деятельности центра – это комплексная проверка алгоритмов устройств релейной защиты и автоматики. Для выполнения этих работ мы применяем программно-аппаратный комплекс Real-Time Digital Simulator, позволяющий моделировать установившиеся и переходные режимы работы электроэнергетических систем в масштабе реального времени с возможностью подключения внешних устройств. Наши сотрудники — это уникальные специалисты, область профессиональных знаний и интересов которых, как правило, выходит за рамки любой специализации. Мы изучаем современные стандарты и тенденции развития энергосистем, что позволяет нам разрабатывать программы испытаний, учитывающие даже очень сложные режимы. При участии ЦМР была выполнена подготовка к сертификационным испытаниям устройств противоаварийной автоматики. На предприятии проводятся десятки научно-исследовательских работ. Каждая такая работа, в которой разрабатываются новые или усовершенствуются существующие устройства, не обходится без участия центра моделирования. Опытные образцы проходят тщательную проверку на моделях энергосистем реального времени в наиболее сложных режимах, которые на практике для испытаний создать невозможно, либо очень рискованно. Проверка в таких режимах укрепляет нашу уверенность в корректной работе устройств на реальных объектах электроэнергетики. В 2021 году на НПП ЭКРА была завершена разработка устройства автоматики управления дугогасящим реактором. Для проверки соответствия устройства требованиям нормативной документации на нашем предприятии были проведены аттестационные испытания с участием ведущих специалистов электроэнергетической отрасли страны. Проверка функциональных свойств автоматики была выполнена в Центре моделирования и расчетов на математической модели участка сети. Разработка и применение интеллектуальных электронных устройств для цифровой электроэнергетики требует также и особых инструментов для проверки этих устройств. Проработка вопросов, связанных с особенностями реализации цифровой подстанции, нам позволяет реализовать программно-аппаратный комплекс РТДС, на котором мы собираем модели энергосистем, имеем измерительные трансформаторы цифровые и SCADA-системы интеллектуальные устройства. По заказу промышленных предприятий Центр моделирования и расчета выполняет анализ схем электроснабжения и разрабатывает рекомендации по обеспечению бесперебойной работы потребителей. Для решения указанных задач мы применяем программные комплексы расчета электромагнитных и электромеханических переходных процессов. Одним из мощнейших программных комплексов в нашем инструментарии является ПСК. Это быстродействующий, точный и удобный инструмент для моделирования работы энергосистем и электрооборудования при их проектировании, анализе, оптимизации и верификации. Он представляет широкий выбор средств и богатую библиотеку компонентов для глубокого анализа переходных процессов. Кадровый потенциал нашего центра моделирования расчетов определяется специалистами, вернее, студентами Чувашского государственного университета. И в частности, это факультет энергетики и электротехники. У нас имеется базовая кафедра на этом факультете. Кафедра называется «Электроснабжение и интеллектуальные электроэнергетические системы». Студенты принимают самое активное участие в деятельности и практических расчетах уже этого центра моделирования расчетов. Область решаемых подразделений расчетных задач довольно широка. Это и расчеты уставок устройств РЗА, расчеты токов короткого замыкания и выбор электрооборудования, расчеты статической и динамической устойчивости и многое другое. Кроме этого, специалисты центра участвуют в работах, связанных с расследованием аварийных ситуаций. Благодаря моделированию мы всегда на шаг впереди.